В рамках празднования Дня России Муравленковский совет ветеранов побывал в гостях у своих коллег из Ноябрьска. С инициативой организовать дружественную встречу выступили общественники нашего города. Председатель общественной организации Владимир Недашковский рассказал о предстоящем праздновании 35-летия города Муравленко, история которого тесно связана с Ноябрьском, куда со всей страны прибывали стройотряды, ехавшие возводить поселок Муравленковский. Мы в прошлом году издали книгу, которая называется «Тепло твоего города», издал городской совет ветеранов. И мы там немножко пишем о нашей истории. И все воспоминания сводятся к тому, что вот мы ехали с Ноябрьска, мы с Ноябрьска ехали 8 часов до Муравленко, кто-то ехал и дольше, кто-то через мост не мог переехать через Бекопор. Истории были самые различные, очень интересные. В дружеской обстановке ветераны двух городов познакомились, обменялись подарками, поделились планами и даже организовали небольшой совместный концерт.